Исследования показывают, что большинство фундаментов имеют проблемы с гидроизоляцией. В любом монолитном фундаменте образуются технологические швы бетонирования. Именно через эти швы вода в случае отказа гидроизоляции попадает в паркинг, причиняя ущерб имуществу и приводя к дорогостоящему ремонту объекта. Такие протечки приводят к катастрофическим последствиям: избыточная влажность и затопление помещений, разрушение слоев отделки, появление плесени, остановка эксплуатации помещений. У этой проблемы есть проверенное решение – набухающий герметик и набухающий полимерный профиль от Технониколь. Наш продукт прост в монтаже, не требует специальных навыков и наличия специализированного оборудования для работы с ним. Монтаж набухающего профиля производится следующим образом. Бетонное основание очищается от строительной пыли и мусора. Затем на бетонное основание наносится набухающий герметик Технониколь. Далее производится укладка профиля Logic Base ICSP путем его фиксации на герметик. После этого профиль замоноличивается в бетон. Важно! Требуется оградить герметик и профиль от преждевременного контакта с водой до момента укладки бетона. Набухающий полимерный профиль обеспечивает герметизацию швов путем их уплотнения за счет увеличения собственного объема – набухания при контакте с водой. При попадании воды в полость шва профиль увеличивается в объеме и надежно перекрывает путь прохождения воды. Набухающий герметик также применяется для герметизации мест примыкания гидроизоляции к сваям, трубам распорной системы и к закладным гильзам в местах ввода инженерных коммуникаций. Набухающий герметик имеет хорошую пластичность и высокую адгезию к бетону. И путем увеличения в объеме в два раза обеспечивает гидроизоляцию. Используя многоуровневую гидроизоляцию от Технониколь, вы гарантированно получаете сухой паркинг и уверенность в надежной защите объекта.